Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. У нас с тобой 16-й день, и я получаю 30 рун. Окей. Так, что у нас тут? Осталось 10 часов, но это нам не интересно. Мне интересно, что у нас происходит в нашей деревне. Да, друзья мои, как вы помните, у нас с вами везде выпал снег. То есть наша деревня готовится к Новому году. Кстати, всех вас тоже с наступающими праздниками. И, соответственно, с наступающим Новым годом. Так, давай начнем, наверное, со сборов ресурсов. Вау, 88 тысяч, неплохо, водорез. Совсем неплохо. Наверное, больше всего он мне добывает рыбы. Вот я вот посмотрю так. А древоруб, по-моему, у меня больше всего добывает дерево. Давай мы его отправим за деревом. Так, водорез, ты у меня... Ага, готов получить 36 уровень, но не хватает у нас с тобой рыбы. Это проблема. Так, костолом, давай-ка быстренько за рыбой маршируй, потому что рыбы нам с тобой нужно очень много. Сейчас вначале сделаем все дела в деревне, а потом пойдем с тобой на арену, а может быть даже и на события, если они у нас есть. Так, что у нас принес Беззубик? О, спасибо тебе большое. Ваза нам пригодится с тобой. Вазочки обязательно пригодятся. Так, ну что, начнем, наверное, с открытия бесплатного пака, как всегда. Это наша традиция, друзья мои. Монеты Одина, и тут у нас... Ага, душитель. Пристиголов кошмарный, древоруб. И все, да, пошли у нас с тобой ресурсы. Окей, с вашего позволения я еще один пак открою. 6 монет Одина. И вот он сам загадочный набор. Ну здесь, друзья мои, как обычно, просто ресурсы. Ух ты, смотри-ка, что у меня здесь. Снеговик какой-то, ну типа снеговика в виде кричащего викинга. Да, с щитом и с топором. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Обмен. Ну, естественно, мы с тобой получаем блестящий янтарь. Сразу же делаем следующий обмен. Прекрасно. А что у нас еще здесь выполнено? Ну, давай, давай, давай. Что за лаги начинается? Так, ежедневный вход. Мы получаем с тобой 25 янтаря. И открытые наборы тоже получаем 75 янтаря. Так, давай, получаем. Так, что дальше? У нас с тобой можно открыть пак. Мы это с тобой сделаем. Так, ужасное чудовище. Кревет. Ага, опять же пристиголов и змеевик. Маловато. Так, сегодня мы пойдем с тобой обязательно за паками вождя. Обязательно сходим. А, это у нас вот что, друзья мои. Найти снеговика. Вот он, снеговик-то, оказывается, где прятался. Так, сколько у нас с тобой дней? 21. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать... Чтоб тебя, это нужно, ребята, это нужно, знаете, как делать? Либо вступать в драконьи наездники, чтобы вообще успевать это на самом деле открывать, либо вот прям вот по таймингу. Как только откатилось, сразу заходишь в игру, кликаешь, чтобы у тебя не было никаких просадок. В другом случае, ну просто нереально это сделать. Они, мне кажется, скоро доведут, что мне придется действительно купить месячную подписку и хотя бы посмотреть, в чем преимущество. Так, ну что, тут у нас Ахламон прохлаждается, понимаешь ли, ничего даже не собирает. Странно. Так, этот у нас получает уровень. Этот у нас получает уровень. Так, этот у нас добывает рыбу. Ну что, вроде бы и все, да? Рыбы все равно маловато, как ни крути, и мне, наверное, не хватит прокачать уровень нашему водорезу. Хотя хватает, друзья мои, хватает. И мы его отправляем с тобой на обучение. Ага, аж 20 раз, потому что нам не хватает. Но подожди, радоваться-то рано. 36-й граммель. Так, водорез. Беззубик. Хм, а кого следующего качать, извините меня, а? Слушай, подожди-ка, а древоруб у меня какого уровня? Так, древоруб, ты где? Где ты? Твою же налево, забыл совсем. Ага. Слушайте, вот скорее всего древоруба я буду прокачивать следующим, потому что у него 32 уровень. Но все равно этого мало. Это будет 4 персонажа, а нужно 6. Раз, два, три, 4. Блин, а кого же еще прокачивать? Если только заглянуть, конечно же, нам с тобой в ангар и смотреть. Мы можем, в принципе, шепот смерти
Слушай, мне кажется, даже проще будет именно его прокачать, потому что он будет дешевле нам уходиться, чем тот же самый древоруб. Что скажешь? Напиши-ка мне в комментах свое мнение. И можно, наверное, было бы прокачать кипятильник. Насколько помню, он тоже, по-моему, дешево может обойтись нам в плане прокачки. Скорее всего, мы с тобой прокачаем кипятильника и шепот смерти. Вот так вот, как раз двоих нам и нужно. Так, что у нас здесь, друзья мои? Наши дракончики хотят, естественно, отправиться в путешествие. Астрид уже достали эти острокрылые змеевики. Она уже давно толком не спит по ночам из-за их гомона. Но мы это уже, ребят, читали. Давай-ка мы с тобой выберем общего врага. Естественно, отправим бесплатно. Так, тут у нас... Давай мы, наверное, в лес полетим. Тоже бесплатно. Здесь у нас сарделька. Чего там хочет, не знаю. Пускай идет в помощники бесплатно. И барс с вепрем. Так, они у нас прилетели с задания. И, соответственно, мы их сразу же с тобой отправляем на следующее. Пускай летят за приправами. Вот, друзья мои, но это еще не все. Так, какие-то у меня тут сообщения непонятные. Так, викинги. Для обмена доступен дракон Тучерез. Не упустите возможность его получить. Тучерез. Это, ой, смотри, какие классные тут драконы. А как, интересно, они для обмена подлежат? Я не знаю, ребята. Ага, для обмена. Это если у тебя есть руны. Но в этом случае, ну, как ты видишь, с рунами у меня большая проблема. Так, Сноглотский Беззубик. Да, это понятно все. Слушай, я могу не заходить? Ой, тихо. Слушай, а где же вот эти штучки брать? Ребята, мне осталось совсем немножко. Четки есть, это есть. Нужно вот эти вот топорики, одну лопатку. Блин, еще 15 флагов этих взять. Да. Один из подписчиков, который начал вместе со мной играть в эту игру, уже говорит, что у него два легендарных дракона. А я еще до сих пор не могу открыть себе зеленую смерть. К сожалению. Ладно. Так, здесь я тоже не пойму, что тут. Ой, мне подарок, ребята. 25 рун, спасибо вам большое за такой подарок. Так, древесиночку я заберу. Новый набор карт. Давай забирать и сразу же открывать. И что нам тут? Так, рыба, древесина. Вот рыба, это хорошо, ребята. И тайфумеранг. Необычный, а у меня какой-то тайфумеранг. По-моему, такой и есть. Да, уже в наличии. Поэтому я могу этого отпустить. Как говорится, на свободу. Пускай летит. Давай с тобой дальше. Тусклый янтарь. 1400, забираем. Так, новый набор карт. Давай откроем с тобой. Так, 6 рун. А здесь шепот смерти, костолом, ужасное чудовище и все. Остальное у нас пошли на ресурсы. Понятно. Что у нас там еще осталось? Опять янтарь, тыщенка. И вроде бы все, да? Древесину мы с тобой больше забрать не можем. Так, ну что, ребята, кто-то спросил, откуда у тебя это все взято. Ребят, ну, естественно, из событий, откуда же еще? Так, ну что, давай посмотрим, что у нас здесь. Открываем. Угу, в принципе, можно получить пак. И я не откажусь. Играем мы с тобой за команду зеленых. Давай попробуем. Этот пак действительно стоящий. Но я не помню, какие здесь враги, если честно. По-моему, красные. И я не смог победить. Так, смотрим. Волна. Одна из трех, ё-моё. Так, ну тут фиол. А фиол, как ты знаешь, это для нас самое то. Мы их быстренько с тобой разберем. Начнем, наверное, с этого. Так. Прокачаем свою команду. Ну что ты там? Ага. Понизил защиту. А мы продолжаем. На тебе. Получи. Так, сарделька, добей, пожалуйста. Красава. Так, ну что ты тут выпендриваешься? У него энергии, ребята, много. Он может сейчас огоньком пальнуть. Или же не успеет. Вторая волна. Смотрим, что дальше у нас тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот этот вот опасный. Водорез тоже опасный. Но красный. Ой, я даже не знаю, за кого браться. Давай, наверное, водореза попробуем.
как можно быстрее уничтожить. Ох ты, хорошо-то как. Сарделька, красава. Так, этого мы с тобой сейчас... Ай, больно как кусается. Как он больно бьется, а? Стоит делать это или нет? Наверное, не стоит. Сделаем с тобой так и усилим команду. Сейчас будет хвостом бить. Ой, сейчас будет кому-то больно, ребята. А может, даже и убьет. Так, слушай, вот это вот... Как бы мне сделать это? Во, отлично. Так, ну что, бьем. Раз, два. И добивочный. Последняя волна. Вот, да, ребята. Вот их я и не смог пройти, потому что, видишь, красные. Так, будет сейчас очень сложно. Так, ну, во-первых, давай попробуем их усыпить хотя бы для начала, чтобы было нам попроще. Вот. И будем с тобой змеевика бомбить в первую очередь. Теперь вот этого змеевика. С этим уже будем в конце разбираться. Так, пускай пока спит. Пускай он спит. Как только проснется, мы опять их всех загоняем в сон. Так, тихо, что ты выпендриваешься? Что ты будешь делать? Ай-яй-яй, кому-то сейчас прилетит, ребята. Ты посмотри. Подожди, а что, у меня энергии не хватает? Слушай, ну я не могу рисковать. Блин, ты посмотри, у меня этот ходит в последнюю очередь. Он же повисит на всех нематоу, так? Он же повисит на всех нематоу. Я рискую. Все, нам повезло. Друзья мои, нам повезло, потому что... А что я тут сделаю? Пока, наверное, просто буду бомбить его. Сарделька, мы с тобой, наверное, сделаем отражение. Так, что он будет делать? Отлично! То, что я и хотел. Он начал бомбить, естественно, сардельку. И сам в себя, как говорится, попал. Ну-ка, давай еще разок. Давай, давай, бомбани еще. Хм, а почему-то он сам себе урон не наносит. Ну что же, на ваших глазах все у меня получилось. Отлично. Давай-ка нам рулеточку. И что нам... Давай пак вот этот вот. Воу. Слушай. Три груши мне досталось. Вот это круто, на самом деле. Так, забираем с тобой, естественно, загадочный пак. И продвигаемся дальше. Так, ну что, у нас здесь проходящий бой. Уж не знаю, дойдем ли мы с тобой до конца. Но там пак с редкими драконами. Ну что, попытаемся. Давай посмотрим, какие тут противники у нас. Ага, тоже древоруб. Одна из трех. И душитель. Начинают, конечно же, они первыми, да? То, что у нас 4 груши, это меня очень радует. Ну давай с душителя, наверное, начнем с тобой. Ай-яй-яй, сарделька опять начинает мазать. Так, я не буду пока здесь ничего применять. Я хочу сделать усиление на команду. Так, усиливаем. Надо будет нам с тобой потом, наверное, хильнуться. Вот что я думаю. Смотри, что творит, а. Пошел отсюда. Так, древоруб сейчас получит. Так, он может поджечь, в принципе, да, уже. Давай, наверное, мы с тобой подлечим боевые раны. Так, бомбанем. Он сейчас пыхнет. Поверь мне, он пыхнет. Но не так, как я думал. Так, еще лечим раны. И добиваем, наверное. Раз. Сарделька, ты... Блин. Ну, попробуй. Есть, получилось. Переходим с тобой на вторую волну. И здесь фиолы, это круто. Ну, уровень, конечно, 9-10. Плоховато немножко. Они ходят первыми, уклонение. Так, можно...
Даже нужно. Мы с тобой применяем суперудар. Отправляем их в сон. И начну-ка я, наверное, вон с того гаврюши. Промахнулись, понятно. Так, ну что, остается добить только его. Не надо тут выпендриваться, пожалуйста. Раз. Древоруб уничтожает. Мы с тобой усиляем нашу команду. Это пока спит. Можно даже успеть разочек хильнуться. Ну что, сарделька, давай, будь добра. Превосходно. Ну что, последняя волна. Ёпперсете. Ох, ё, кревет. Ты посмотри, что тут происходит, ребята. Это будет больно, это будет ужасно. И посмотри, что они делают. У них энергии дофигища просто. Ладно. Я предлагаю сделать следующее. Так, они сейчас опять все втроем сходят, да? И кто-то из них применит наверняка суперудар. Применит суперудар. И это будет наверняка кревет. Скорее всего, ребята, именно он сделает заключительный удар электрическим током. Есть, конечно... Ага, подожди, подожди. Все, мы еще живем, друзья мои. Немножко не так они сделали. И это очень выгодно для меня, поверь мне. Так. Подожди-ка, они опять... А почему... Почему ты последним хочешь? Я не могу понять. Ну ладно, сделаем с тобой так. Ать, не добьем чутка. Не добьем чутка, ладно. Рискуем. Что они тут будут сейчас делать? А это, наверное, сейчас уничтожит мне древоруба все-таки, да? Ну, друзья мои, ничего страшного, потому что это последняя волна все-таки. Единственное, что, наверное, вот так нам надо сделать. Он последний остался. Нам должно быть полегче с ним, наверное, разобраться. Потому что он здесь один. Лишь бы не накопил он много энергии, чтобы ударить смог. Иначе все. Оглушение, а там уже и разбор полетов, понимаешь, да? Так, стоп. О! Давай, только бы не промахнулся. Шикарно. Ну что, ребята, мы с вами прошли. Сейчас мы с тобой крутанем колесо. Может быть, нам полезное что-нибудь выпадет. 250 тысяч рыбы. Почему-то я так и знал. Окей. Так, мы с тобой получаем. Ага, мы не получаем. У нас очередной бой. Хм. Ладно, давай смотреть. Уровень-то, как ты понимаешь, будет повышаться у врагов. И нас тут сейчас прижучат, скорее всего. 9-10 уровень. Так, душитель. Ну и древоруб. Только его, правда, по-другому здесь звать. Начинается, да? Поехали. Бомбим. У нас с тобой 4 груши, 4... Энергетика, да, получается? Блин, да вы достали уже, а? Обижать бедную сардельку. Все, минус один. Так, нам бы как-то хильнуться с тобой, умудриться. Что он сейчас делает? Блин, очень больно. Хиляемся. Так, по возможности надо будет еще разок хильнуться. Если успеем. А мы не успеем, да? Тогда сделаем немножко попроще. Вот так вот. Ну что, Гаврюша, готов. Вторая волна, смотрим, кто здесь. Тоже все фиолы. И это круто на самом деле. Потому что мы как раз зеленые против фиолетовых очень хорошо рулят. Так, нам, наверное, блин, желательно, конечно, массовые атаки применять. Нет, лучше мы, наверное, дождемся с тобой сна и загоним их в сон всех. А там уже потихоньку разберем. Раз, два, три, четыре. Блин. Или усилить команду, а? Давай усилим команду с тобой. Так, сейчас они втроем будут ходить. Промахнулся. Попал. Последний. Ага. Ладно, начинаем бомбить. Давай вот с этого начнем. Раз. Ох, как шикарно, а? Ты посмотри.
Вот что значит усиленная команда. Так, ну ты не забывай, что это не последняя волна. Враг еще будет у нас. Вот теперь последняя. Кто тут у нас? Ёпарасоте, Сиди и красный. Громорок еще к тому же здесь. Смотри, что творит, а? Нам, конечно, лучше вот этого. Но мы его, наверное, будем в последнюю очередь бомбить. Вначале избавимся. Блин, пониженная атака, ты посмотри. Они тут два мини-босса. Вот и вот. Вот оно что, ребята. Слушай, нам бы до сна как-то дожить. Умудриться надо. Так, ну что, мы, наверное, повысим. Блин, если я сейчас потрачу, у меня не хватит, да, потом? Понятно. Так, сейчас ходят они втроем. Так, древорубу досталось. Понизили, как ты видишь, атаку. Сейчас этот еще укусит. Больно кусается. А вот теперь мы их замораживаем. Видишь, правда, у нас пониженная атака, ребят, поэтому урон будет маленький. Ну, главное, что они все спят. Так, ну что, начнем тогда? Ай-яй-яй-яй-яй, как же так-то? Что он сделал? Ох ты, он усилил. Он усилил, ребята, вражескую команду. Блин, мне вот это невыгодно делать. Я лучше, наверное, хильнусь. Так. Они еще спят. Но они сейчас очнутся. Так, ну что, я применяю, ребята, энергию. Блин, да что ж такое-то? Что-то не получается применить. Вот. И опять же их всех в сон. Отлично. Так, добиваем громорога. Теперь будем, наверное, расписывать вот этого змеевика. Пускай тут выпендривается сейчас. Ага. Понижает защиту. Ой, атаку. Охламонище несчастное. Ты посмотри на него. О-хо-хо-хо. Усиливаем команду свою. Этот еще все равно целый ход будет спать. А мы с тобой змеевичка сейчас разберем. Так, тихо-тихо-тихо. Очнулся. Вот кто тебя... Давай вот так, наверное, сделаем. Ага. Плохо то, что у него и защита усиленная, и атака. Блин. Мы можем с тобой здесь проиграть. Ага. Осталось совсем немножечко. Чайная ложечка, и он отдуплится. Это для меня, ребята, не новость. А вот так, если... Есть! Фух. Прикольно, мы смогли победить. Давай крутить колесо. Посмотрим, что нам здесь достанется. Древесина, как всегда. Ну, понятно. Так, и мы с тобой забираем вот это. Блин, еще нам Якнок. Я не знаю, что такое Якнок. Какое-то, может, пиво скандинавская или еще что-нибудь. Короче, у нас с тобой получается очередной бой вот здесь вот. А потом опять бой с боссами. А энергии-то у нас хватит. Блин, красный. И это скалотряс. Вот чего-чего. Тебя вот тут только не хватало. Он начинает первым ходить. Ладно, с ним займемся чуть попозже. Вначале начнем вот так вот делать. Громобой буду бомбить пока. А они все, смотри-ка, на ветрокрыло переключились. А если я вот так вот пыхну? Так, ребята, энергии. Энергии у них достаточно. Ты посмотри, сейчас будет кто-то делать из них суперудар. Может быть, нам надо было с тобой грушу применить все-таки, а? Если я успею, я обязательно применю. Но я не успел. Это плохо. Это плохо, что мы теперь вдвоем. И нам тут очень тяжело будет. Блин, почему так тяжело разбираются-то они? Этот, конечно, да. Огоньком пальнул, будь здоров.
Я даже не буду здесь, ребята, ничего применять, никакие фрукты, потому что, ну, уже нет смысла, ты понимаешь, да? Что нас тут разберут, как ни крути. Причем это только лишь первая волна. Все. Бедная сарделька. Ее зажарят сейчас. Ее просто сейчас зажарят. И подадут в горячем виде этим драконам на сиденье. Обидно. Но, ребят, я не удивлен, потому что враг, скажем разом, все сильнее и сильнее. Так, у нас с тобой есть еще одна попытка. А энергии, ты видишь, одна штука, да, всего лишь? Значит, там зеленые. Если мы даже, предположим, с тобой поменяем команду, к примеру. Там зеленые и красные, да? Значит, нам выгодно было бы с тобой брать красных и синих. Красных и синих. Так, я могу тебя улучшить? Нет. Громель. Громель тоже не хочет улучшаться. Вострозуба можно было бы, конечно, взять. Бомбить хвостом. Но уровень 8. Опять же, у меня самый максимальный уровень тут стоит. Кроме древоруба. Потому что тройной удар, как ты видишь, сильнее будет. По уровню, по разряду. Может быть, нам его вернуть? Блин, тут красный. Снарядить. Там два зеленых. Они быстро мне фиолетового распечатают, понимаешь? Очень быстро. Может быть, нам с тобой взять барса и вепря? Ну, давай попробуем. Конечно, что-то я не совсем уверен, что у меня здесь все хорошо получится. Два фиолетовых плюс зеленый. И это все идет против красных и зеленых. Даже не знаю. Но тут всего две волны, кстати. Вот что я успел увидеть. Слушай-ка, давай-ка вот так, наверное. Ага. Так, тихо. Кого ты? Ну, понятно, как всегда на сардельку, да? Так, а мы с тобой, наверное, будем все-таки вот этого бомбашить. Оу. Понизили защиту. Ушатали. Так, слушай, сейчас опять... Так и думал, а? Срочно лечимся. Так, ну-ка, гаденыш ты этакий. Сейчас мы тебя будем разбирать. Ишь ты взял моду, а? Огнем своим. И он опять огнем. Ты посмотри. Упс. Тройной удар. Лечись. Так, этого минусанули с тобой. Ну что, остается у нас... Слушай, интересно, он не убьет мне сарделечку, а? Будем надеяться, что не убьет. Супер удар сейчас сделает. Так, отнимает здоровье у всех драконов команды союзника. И вешает немоту. Ну, мне лично кажется, что лучше вот так сделать. Раз, два. Добить навряд ли ты сможешь, сарделька, поэтому тебе, наверное, придется подлечить. Раз, два. И добиваем. Блин, зря, конечно, я использовал грушу. Так, а здесь, смотри-ка, зелень и фиол. Твою же налево. Ого. Ну-ка, вжарь. Фига себе, всыпал. Мощно. Так, добить сможем? Добьем. Так, дальше, наверное, нет, не громобой, а древоруба будем бомбить. Так, поехали. Атака, конечно, по минималке идет. Если мы понизим броню, ну, должны справиться. Так, используй свой суперудар какой-нибудь. Опа. Повесил щит. Так, это нам не надо. Никаких тут щитов. Добить сможешь? Сможешь.
Так, ну что, громобой, вот мы до тебя и добрались. Партизан ты несчастный. Жалко, что отравление очень слабое. У барса с вепрем. Слушай, а, какое усиление команды. У нас с тобой из зелени только лишь сарделька. Остальные все фиолы. Нет, парень. Да, мы с тобой, конечно, потратили все груши, но зато выиграли поединок. Так, давай-ка крутить барабан. И... только не рыба. Блин, ну почему рыбу? Ну, ё-моё. Да, друзья мои. Как ты видишь, энергии у нас с тобой нету больше. Это мы закрываем, но у нас еще есть события. Так, угроза. Охотники сеют хаос. А здесь, как ты видишь, я вот остановился. И тут, по-моему, тоже какие-то проблемы. Если честно, я даже не помню. По-моему, я не могу справиться с драконами. Опять же, здесь красные. Хотя, подожди-ка. А что это он тут один делает, а? Ханорик. Вот ты какой маленький. Сейчас мы тебя быстренько разберем. Это же у нас душитель. Душитель. Оу, не понял юмора. Сарделька промахнулась два раза? Вы серьезно? Хм. Ладно. Душитель начинает выпендриваться. Ладно, мы тоже будем выпендриваться. Раз удар. Два удар. Так, что ты там хочешь сделать? Плевок свой? Нет, укус. А мы его добиваем. Так, а тут-то у нас что? Угу. Это кто у нас? Синий, фиол и красный. То есть в данный момент, я не знаю, ребят, это кревет, не кревет. Но мы сделаем вот так. Ох, нифига, они почти умерли. Почти, ребята. Остается их просто добить. На тебе. Получи. Так, следующий кто будет у нас? Наверное, вот этот вот. А мы даже вот так сделаем с тобой. Добить? Нет, не получается. Сейчас он что-то сделает плохое. И что же это будет? Опа. Неплохо он так поджарил нас. Слушай-ка, наверное, скорее всего, ребята, я не то что не прошел, а скорее всего у меня закончилась там энергия. Ну-ка, крутанем колесико. Дерево, что ли, опять? У меня этого дерева, ребята, уже, ну, просто куча целая. Да, скорее всего, друзья мои, когда я проходил, у меня закончилась энергия, поэтому я так сейчас легко исправился. Ну что же, у нас 4 энергии, поехали дальше. Будем ее тратить абсолютно всю, потому что будем крутить колесо, получать ресурсы, ну и паки заодно. Видишь, тут уже фейерверки отмечают Новый год, видимо. Так, а мы потихоньку будем с тобой продолжать. Так, у нас здесь громобой. Наверное, мы начнем с него, потому что этот-то сосунок у нас, мы его разберем вообще на изи. Так, и тут, как мы увидели, две волны всего будет. Ну-ка, а зачем нам полыхать, когда мы можем так бомбить не кисло? Так, я хочу просто дождаться, когда у меня сарделька сможет пробафать нашу команду. И вот теперь мы будем сжечь. Прикольно. Так, ну что, громобою, видимо, крышка. Ну-ка, лаварык, сейчас и до тебя доберемся. Что, он сейчас будет хиляться? Нет, он в атаку пошел, дурачок. Ух, повезло. Так, последняя волна. И здесь у нас, да, то же самое. Так, начнем, наверное, вот с этого партизана. Хотя, подожди, тут еще какой-то громобой непонятный у нас. Видишь, какого цвета? Хм, ну давай. Атакует. Так, а потом ходим мы с тобой, да? После вот этого. Ой-ой-ой, что творят? Так, смотри. Хотят мне ветрокрыло уничтожить. Так, что ли, я понимаю?
А успеют ли они? Ха, вот в чем вопрос. Ты засранец, кусается. Посмотри. А мы хильнемся. Причем так неплохо хильнулись. Сейчас еще попробуем захилять. А зачем? У нас это последний, да, противник? Поэтому не будем ничего хиляться. Будем просто атаковать. Так, сарделька, добей его. Вот и все. Ну что же, сейчас крутанем колесо и получим с тобой напитки. Давай, крутанем, посмотрим, что нам выпадет. Опять древесина. Ну вы серьезно? Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, а напитки вы мне дадите? Конечно, дадут. А смотри, что интересное. Як-ног. У нас с тобой, блин, еще два боя. Два боя, потом будет только лишь пак. И этот бой, точнее, вот здесь вот у нас проходящий, а там уже будет с боссом. Вот какой босс будет, пока неизвестно. Сколько волн? Две? Две, отлично. Так, фиол и зелень у нас здесь. Начнем, наверное, с фиола. Погнали. Так, усиляемся. Раз, два. Вдвоем они сейчас сходят. А мы с тобой должны разбомбить этого пристеголового дракона. Так, сарделька, добивай. Ну и остается громорок. Хм, давай полыхнем. Раз только здоровье отнимаем у него. Так, тихо-тихо-тихо, добить не смогли. Чуть-чуть остается, да? Сейчас он сходит, и потом мы его ушлепаем. Погнали. Упс, тихо. Так, а здесь у нас кто? Краснуха, да, здесь есть? Остальное фиол и синька. Наверное, вот с этого начнем, потому что, ребята, он будет 100%, я говорю, бомбить огнем. Он и кусается очень больно. А ну-ка, всех в сон. Слушай, я думаю, наверное, мы с тобой вот этого разберем в первую очередь. Давай-ка попробуем. Так, сейчас он сходит. Что он там будет делать? Блин. Тут вариант, ребята, либо хильнуться нам с тобой, либо добить. Я, наверное, добью. А вот сейчас хильнусь. Потому что у сардельки мало здоровья было. И начнем вот с этого теперь. Блин, еще и первый удар промахнулся, а. Ну как же так-то? Отлично. Хиляемся еще разок. Так, а этот уже оклемался. Ладно, мы его оставим на дорожку. Самым последним будем бомбить его. Это же последняя волна, по-моему, да? Ну-ка, добиваем. И погнали. Так, мы можем с тобой усилиться. Я думаю, что это будет эффективнее, чем просто атаковать. Смотри, что творит, а. Чудило, с нижнего Тагила. Я его сейчас ушлепаю. Сделаем с тобой так. И добивочный. Вот и все. Главная стратегия. Давай как крутанем колесико с тобой. Так, давай вот что-нибудь. Во, груша. Конечно, хотелось бы две, но одна тоже неплохо. Так, и вот мы с тобой добрались. Тут, скорее всего, будет у нас три волны. 100% тебе говорю. И довольно жестокие боссы. Угу. Я уже вижу громобой. А, нет, всего лишь две. Но я вижу громобой здесь. Блин, громобой красный. Вот что делать? Начнем со слабых. Чем быстрее мы их уничтожим, ребята, тем лучше будет для нас. Поверь мне. Так, громорок, еще этот бафер, а? Слушай, если я пыхну. Нет, я пока не буду, ребят, делать. Я лучше заморожу их всех. Отправлю в сон. Блин, отправил в сон. Еще не время. Блин, как-то стоит не в тему. Вот не здесь ему надо быть, ребят. Блин, они хотят уничтожить мне сардельку. Я уже это понял.
Кто вытворяет, а? Ты посмотри. Ой-ой-ой, а что они переключились-то сразу же? Били сардельку, и тут на тебе, переключились они. Так, во-первых, надо подлечить. Во-вторых, пробафаться, да? Так, поехали. Начинаем с этого, с громорога теперь. Ай-яй-яй, что же вы делаете-то, а? Так, повышать команду. Давай повысим. По атаке. Смотри, только спало у нас с тобой отражение, и они начали сразу атаковать. А? Вот так вот, ребята. Все здесь сделано специально. Не хотели отражение, да, получать в лицо? Правильно. Так, давай жарить их всех. Это только первая же волна, ведь так? Первая, да, ребята. Оу-оу-оу-оу-оу, нет. Офигеть. Вот это он вдарил, а, друзья мои. Ты посмотри, сколько он натянул здоровья. Сейчас... Все, проиграли мы с тобой, короче, здесь. Да, неожиданно, конечно, для меня это, если честно. Неожиданно. О, фак. Тут два красных. Мы в любом случае здесь не выиграли. Никак. Здесь надо менять команду. Брать фиолов, наверное, да? Брать фиолов и... И синих. Брать фиолов и синих. Блин, а я еще и потратил грушу. Так, ну давай рискнем с тобой поменять колоду. Возьмем барса и вепря. Может, костолома взять? Кто у нас еще там из синих есть? Душитель 6 разряда? Нет, я не хочу его брать. Возьмем, может быть, тройного удара. Снарядить сюда. Так, громобой 9 разряда. Но это не громобой защитник, да? Громобой защитник у нас тоже, вот он. Может быть, его взять? Или водореза? Водореза. А почему бы и нет? Попробуем, ребята, такой командой. Что-то, конечно, не совсем уверен. Фиолетовых команда у нас. Да фиг его знает. А вдруг прокатит, а? Так, первая волна. Погнали. У нас с тобой только лишь суперудары, да? Это вот этот же громобой нам тогда навредил. Он же бомбанул массовой атакой. Он. Ой-ой-ой. Да ты посмотри, они ходят без остановок просто. Слушай, дай-ка я вот так вот применю. А ну-ка. Оу, как же им больно сейчас будет. Ты посмотри просто, сколько я отнял у них здоровья. Добиваем. Ох, сейчас что-то будет от кого-то. Ух ты, минус. Да ладно, серьезно что ли? Вот это да, вот это мы их расписали сейчас. Так, значит красные, да? Может быть нам с тобой... Ну здесь можно просто ударить. К примеру. А вот здесь, вот здесь мы с тобой, наверное, полыхнем. Ой-ой-ой. Еще и немота вешается. Да, тройной удар, конечно, хорош. Блин. Терпим, ребята, терпим. Блин, водорезы сейчас уничтожат мне. Хотя, подожди. Минус. Так, слушай, смотри. Давай так сделаем с тобой. Так. Погоди. Он сейчас, конечно, сделает гадость. Но мы-то его сейчас забомбим. Упс. Стоп. Ты не промахнись только. Ты, се...
Ты серьезно, блин? Так. Еще промахнись мне. Фу. Ты видел? Вдвоем промахнулись просто. Ну, главное, что мы с тобой прошли. Крутим колесо, а вон там у нас пак. Ну, древесина, понятное дело. Так, дай-ка мне лучше вот... вот это вот... ареновский пак, пожалуйста. Да-да-да, я его с удовольствием заберу. Ух, содержит 5 элитных. Шепот смерти. Так, крылатый ужас. Костолом. Вау, громобой-защитник, друзья мои. Громобой-защитник, вот так вот. Мы его можем с тобой прапать, верно же? Так, что у нас тут? Получаем. Так, обучить драконов, использовать ускорение. Все понятно. Так, победить 5 драконов это на арене. Так, в приключении, в оборонке. Так, и наездники. Блин. Прям вот душа, ребята, разрывается. Какие там бонусы у этих наездников, блин? Офигенные. Так, иди за рыбой давай. А ты что прохлаждаешься? Давай, дуй за рыбой. Господи, стоит там. Кстати, подожди, мы с тобой... Ага, 36 уровень. Так, ты за древесиной? Так, где у меня древоруб? Вот он. Древоруб, вернись, пожалуйста. Нам нужно с тобой подкачаться. Иди тренируйся. Так, зайдем-ка в ангар. У нас с тобой пока древесина есть. Кого я там хотел прокачивать? Шепот смерти, верно? Верно. Подожди, а почему я должен... У меня кто-то там тренируется, помимо... А, ну конечно же, кипятильник, ребят. Кипятильник я туда отправил. Все, я понял. Так, ну что, у нас там еще какое-то событие, да? Я так понимаю. Подготовка, ага, но здесь ранний доступ. Еще пока мне нельзя там выступать. А вот то, что мы с тобой можем... получить, да, вот за эти вот напитки. В данный момент у меня всего лишь 1000. А начинается у нас с тобой... минималка идет с 1600. Это 1000 стрел. Наверное, хороший дракон. Загадочный. Цветущая сила. Наверное, мы его с тобой возьмем, приобретем. Потому что до остальных нам, блин, дороговато. Смотри-ка. Снежно-шапочник. А напоминает мне почему-то громорога. Немножко другая форма. Ледяной громолет. Ничего себе. Захватка. Сладкоед. Безмолвный рыцарь. Офигенно смотрится. Так, а дух у нас с ног тога еще будет действовать, ну, ребят, 1,5 месяца. Так что, если каждый день выполнять задание, заходить в игру, то, в принципе, здесь можно получить и этого, я думаю, даже и вот это, ледоципу. Нет, ледоципу и буреграда мы не получим с тобой никогда, потому что это только для драконьих наездников. Значит, вот снежно-шапочник и ледяной громолет. Блин, а может быть я тоже вот хочу ципу эту? Почему мне вот обязательно нужно вступать в этот, в драконий союз? Так, ладно, давай мы, наверное, с тобой отправим нашего... Хотя можно его... А, нельзя, ребят. Там все забито у нас, как всегда. Ладно, пускай летит он. Сейчас мы с тобой откроем пак. И отправим нашего беззубика на поиски чего-нибудь. Так, ужасное чудовище, шепот смерти, крылатый ужас. Ну и в основном древесинка. Так, давай-ка мы тебя отправим, парнишка. Пускай поищет мне громолет. А вдруг у него получится, ребят, найти? Прикинь, получится. Уникального еще к тому же вырвать. Вот это будет круто. Ну, ты сам понимаешь, это тебе шансы 1 на 1 000 000. Так, ну что, мы с тобой везде подрались, кроме арены. Конечно же, друзья мои, идем с вами на арену. Первый бой. Команда у меня будет зеленых, а против меня ставят команду красных. Зашибись. Ну, кто бы сомневался. Ладно, будем отстаивать. Опа, неплохо, уклонение сработало. Блин, к тому же тут еще и кревет. Это плохо.
Как он бомбит все-таки, а? Очень сильный чувак. Твою ж налево. Или просто он у нас слишком слабый. Древоруб. Сейчас что там? О, сейчас, сейчас будет понятно. Вот и все. Зашибательски звезданул, а? Ну что, будем в сон? Ага, в сон. Смотри, они уже накопили себе, да? А я до сих пор не могу накопить энергию. Вот как это понимать? Я не знаю, ребят. Как хочешь, так и понимай. Все, крышка. Я не знаю, давай сделаем с тобой так вот, наверное. Добьют, конечно же, мне ветрокрыло. Ну, вжарь молнией, пожалуйста, ну, вжарь. Нет. Не хочет он вжаривать никакой молнии. Во-во-во, давай, по себе же. Отлично, молодец, красавчик. Ну, давай, следующий. Не успею я добить, конечно, их, к сожалению. О, опять. Добить, эх, не смогу. Они распишут, ребята, вдвоем сейчас мою сардельку. Это сейчас своим суперударом, да? Нет, обычным плевком. Хорошо. Получил поражение. Будем справляться. Первый бой, как ты понимаешь, у нас с тобой не получился. Но потому что против меня вышла команда красных. Давай посмотрим, что здесь. Вот. Вот такая команда как раз для меня. Здесь фиол. Правда, здесь есть тройной удар. Поэтому в наших интересах его как можно быстрее уничтожить. Так, ну тихо, тихо, тихо. Не надо буянить. Сделай как-нибудь, отлично. Пускай лучше так, мы усилим наших ребят. Ну что ты там, а? Трется там что-то. Раз удар. Так, теперь второй. И я думаю, сарделька в принципе уничтожит тройной удар. Тихо, подожди, подожди, подожди. Сейчас что-то будет. Нормуль. Готово. Ну, теперь нам с тобой намного проще. Поверь мне. Потому что мы будем вот так вот делать. Раз. Так, повышенная атака. Поехали. Окей. Он уже не знает, на кого переключиться, да? Немножко того бомбанет, немножко другого. А мы бомбим вот так вот. Сейчас будет суперудар. А нет, он решил повысить себе скорость. Не знаю зачем. Но мы с тобой победили. Так, какой мне, интересно, пак дадут? Наверное, обычный, как всегда. Угу. Ну что же, мы идем с тобой дальше. Нам нужно победить 6 драконов. Немного... Блин, да что те, а? Они опять мне подсунули команду красных. И опять там этот кревет. Меня даже не столько пугает костолом, сколько кревет, ты понимаешь? Он меня раздражает. Еще и громорог здесь. Ну вот как вот быть, а? Не знаю, ребят. Уничтожит нас тут сейчас с тобой. Вот и все. Атака минимальная. Ты посмотри, ну что это за урон? Так, ага, погоди секунду. Я вот так сделаю. Может быть, еще все-таки не все потеряно, а? Опять кревет ходит. Так, ребят, погнали. Наше время, как говорится, атаковать. Что-то я вообще не вижу никакой повышенной атаки. У меня вообще сарделька будет сегодня ходить или нет? Они, смотри, они по второму кругу пошли. Трындец. Все, древорубу крышка, друзья мои. Поверь мне, его сейчас уничтожат. Так, у нас с тобой сейчас есть шанс усыпить всех. Кого-то даже убить. Так, ну что, поехали. Начнем с громорога. Так. Что он там сейчас? Давай, делай свой суперудар. Не захотел. Мы усилим команду. А этот уже очнулся. Ой-ой-ой-ой-ой, он сейчас сделает разбег, наверное, да? Нет. Раз, два.
Сон мне нужен. Какой удар, блин, я сказал, су... Так, ребят, тут только отражение. Только отражение, и ничего другого. Пускай пыхнет огоньков в меня. Есть. Фу, сардылька не подвела. Ну что же, давай посмотрим, какой пак. Опять обычный. Продолжаем битву. Нам еще трех драконов с тобой победить, для того, чтобы получить первый пак вождя. Так, ну что, здесь солянка, более-менее. Красный, фиол и синька. Давай посмотрим. Так, пристиголовый это будет у нас фиолетовый. Громобой, ой, громобой. Костолом у нас будет красным. Ну что, начнем, наверное, с пристиголовых. Так, тихо. Блин, да как так-то? Ну почему ты промахиваешься постоянно? Ты объясни мне, а? Опа, он тоже промахнулся. Это что-то. А этот гаденыш нет. Так, ладно, у нас усиленная команда. Сейчас мы их, наверное, уничтожим. Так, сарделька. Ну, неплохо. Так, сейчас втроем они ходят. Тихо, не надо. Че, поджарим? Окей. Так, змеевик злобный. Сейчас будем мы его разбирать. Так, а он ускоряет команду. Он ускоряет команду, а мы с тобой усиляем команду. Древоруба, наверное, сейчас... Оу, ты серьезно? Он промахнулся, ребят. Так, ну у него сейчас, смотри. Это все из-за скорости. Смотри-ка, он сейчас опять ходит. И опять древоруба, да? Угу, здесь он его ушатал. Ну, а мы их отправляем в сон. Вечный. Ну что, костолом? Сейчас он начнется, да? Нет. А, да, и сейчас кого-то пыхнет. Я так и понял. Продолжаем. Ну, есть. Ну вот. Все-таки, ребята, стратегия здесь нам помогла. Ну и какой же тут дадут нам пак? Опять обычный? Да, на больше мы с тобой не заслужили. Давай открывать. Шипарис, шепот смерти, громорок. О, громгильда. Хм. Да, она готова прапаться, ребята, но не хватает у меня... Чего не хватает? Подожди-ка. Получили. Так, а что у нас вот тут вот на обмене есть? Дай-ка посмотрю. Это мне не нужно. Так, секунду. Монеты, да, не хватает. А я в любом случае не стал бы тратить, потому что мне нужны флаги. А тут костолом защитник. То есть у нас с тобой есть костолом один, да, но он не защитник. А тут, видишь, защитник. Мы его можем купить, например, за руны. Он стоит всего лишь 1632 руны, но я не буду их тратить, потому что руны нам еще пригодятся. Ну что, пойдем еще за вторым паком. Всего лишь, как говорится, победить 10 драконов. Не так уж и много. Соляночка опять. Обожаю, когда именно солянка вот выпадает в группу. Как-то проще, чем, например, одни красные или одни синие. Так, ну что у нас тут? Вот этот ханыга мне не нравится. Если честно, его нужно ушатать первым. Хотя зеленый, мы его запаримся бомбить. Давай тогда начнем вот с этого. Сарделька, ну, как всегда, она, ребят, не перестает промахиваться. Что бы я с ней ни делал, она все равно мажет, постоянно причем. Так, сейчас команда ихняя сходит. Ну, давай, давай. Значит, они взяли все-таки древоруба, да? В оборот. Хорошо. Сейчас мы их отправим всех спать. Одного даже убьем, наверное. Так. Ну что, начнем с этого охламона. Смотри, какой тугой, а. Посмотри, он просто непробиваемый. Он все не угомонится никак, да? Слушай, я, наверное, усилю нашу команду, чтобы побольше наносить урона. Сейчас полыхнет. Ух. Блин, и этот очнулся. Ты посмотри, сразу активировался. Плохо.
Так, ну что, в сон, как всегда. Пускай поспят. Сарделька, ты сможешь добить? По красоте. Отлично. Ну что ж, продолжаем. Еще семерых дракончиков нам с тобой победить надо. Ну, опять соляночка. Значит, нам с тобой сулит победа. Должно быть именно так. Ох ты, ветрокрыл у них. И опять этот ханурик, он еще красным здесь. Это плохо. Это, друзья мои, очень плохо. 12 уровня, офигеть. А у меня 8 и 9. Блин, если я... Не буду, пока не буду, ребята. Я хочу все-таки их в сон вогнать. Если меня не опередят, конечно. Смотри, что творят, а. Злюки. Что-то... А, у нас с тобой пониженная атака. Вот она. Я думаю, что за урон такой минимальный. Окей. Сейчас мы с тобой с этим разберемся. Надеюсь. Очень плохо, да, атакуем? Очень плохо. Слабые атаки. Вообще никуда не годится. Так, что он там сделает? Ну, просто ударит. Так, а мы с тобой вот что сделаем. А эти уже очнулись. Тогда надо делать вот так. Шикарно я придумал, да? Стоп, 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 стоп. Малышня, хорош буянить. Уничтожаем. Ну что, Шитик, вот мы до тебя и добрались. Правда, он сейчас шмальнет, наверное, не кисло. Нет. Он ничего не успел сделать, мы его расписали. Отлично просто. Так, ну что, ребята, нам осталось с тобой 4000 кубков получить, и у нас будет 6-я арена. Ну что, остается всего лишь 4 дракончиков нам подбить. И у нас, ух ты, 2 зеленых и краснуха. По идее, нам лучше уничтожать красных. А это у нас, блин, костолом. Это у нас костолом. Ладно, фиг с ним. Давай попробуем. Лаварык меня не пугает, если честно. Меня больше вот этот пугает. Громель. Так, что-то там. Блин, смотри, как они взялись плотно, а. Слушай, я, наверное, потерплю. Я попробую в сон вогнать. Если выживем, конечно. А выжить мы обязаны с тобой. Так. Ну что, лаварык, ходи. Понял. А теперь всем спать. Отлично. Так, будем бомбить костолома, конечно. Так, добивочный. Нет, не добивочный. А он сейчас... Он сейчас что-то сделает. Промахнулся. Лузер. Так, усиливаем атаку. Хильнемся. Отлично. Так, этот проснулся, да, Гаврюша? Ну, мы его как раз и будем с тобой бомбить. Потому что лаварыга мы с тобой забомбим и так. Он сам по себе ватный. Ничего сделать толком не может. Так что мы с ним справимся. Потом, в самую последнюю очередь. Оу, классно. Так, что нам сделать? Давай усилим атаку себе. И добьем уже его. Погнали. Раз. Так, поджог. Ой, блин, хотел не то сделать. Ладно, и так добьем. Все. Ну что, друзья мои, еще одного дракончика нам подбить. И получим последний пак вождя. Ну, последний бой у нас с тобой. И давай посмотрим, кого нам дадут. О, солянка. Я надеюсь, многие понимают, да, почему я называю солянка. Солянка — это когда разные виды драконов, именно разных стихий. То есть это когда и сила, и скорость. Так, тихо. Вот это у нас скорость, да, хитрость. Это у нас защита. А вот это кто у нас? Я не помню, ребята. Фиолетовые. Так, ну-ка, поджог. Чудесно. Так, Громорок, успокойся. Интересно, какой... А, Громорок отпрыск, да, по-моему, делает у нас баф усиления на всю команду.
Причем независимо, какие драконы там находятся. Он именно бафает всех. Так. Древоруб делает свой последний, ребята, удар, потому что сейчас он погибнет. Ну, а мы с тобой начинаем громорога бомбить. Ничего не здесь не сделал. Ну, что ты нам? Блин, смотри-ка, не стал делать суперудар. А мы с тобой вот так вот пробафаемся для начала. Ну, ну. Ага. Вот уж дудки, парень. На тебе. Так, гром... Лаварык тут выпендривается. Добиваем. Ну, ребята, вдвоем мы с тобой его просто уничтожим. К ядре не фени, поверь мне. Этого лаварыга он ничего сделать не сможет. Ну, только хильнуться, если. Вот и все. Ну, и защиту на себя немножко поставить. А мы вот так вот с тобой сделаем. И все. И никуда он не денется, да? С подводной лодки. Давай. Усиленные атаки. Он опять сейчас хильнется, на... А, нет. Все, ребята, это его роковая ошибка. Мы его сейчас добьем. Вот как-то так. Ну что, забираем с тобой последний пак. И что же нам из него выпадет? Крылатый ужас, лаварык, громорог. Ага, барс и вепрь. А барс и вепрь у меня случайно улучшатся могут или нет? Вау, 12-й разряд, друзья мои, получает. Это, по-моему, топчик из всех, что у меня есть. Они очень быстро прокачиваются, в отличие от остальных. Так, этот не может. Подожди, а кого мы с тобой прокачиваем по уровню? Ведь кто-то же может наверняка уже прокачаться, нет? О, 51 уровень не нужен, ничего себе. Офигеть. 24 уровень. Сарделька, а ты? 24 уровень. Древоруб, ну а ты? Тоже 24, да? А, 51. Офигеть. Ладно, будем знать. Ну что, активируется у нас с тобой пак на открытие, да? Ресурсов у нас с тобой трындец. Тут лям, и еще и тут 639 тысяч. Офигеть, то есть с древесиной как бы особых проблем нету. А вот с рыбой у нас с тобой большущие, просто огромные проблемы. А рыба нам, честно говоря, больше нужна. Ну, а что поделаешь? Ничего, ребят, с этим не поделаешь. Будем потихонечку с тобой копить, стараться накопить. Так, 16 уровень, молодец, красавчик. Так, давай-ка слетай за древесинкой. Ну что, друзья мои, на этой ноте я, наверное, буду закругляться. Спасибо большое за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.